больше 400. Начинали с 30 человек. Да. Сегодня уже больше 450 работает. И вот есть еще инициатива и, в принципе, потребность создания еще 160 рабочих мест. Уже даже жителей Славного не хватает для того, чтобы обеспечить полностью потребность. Приезжают из Арсеньева. То есть перспектива есть, но все равно город, моногород, город полностью зависящий от этого производства. И поэтому проблем все равно у города много. Но я думаю, что мы с вами поговорим сейчас с жителями, послушаем, что жители скажут. Создаются новые рабочие места, разработки востребованы. И ну, я хочу сказать, что это еще, кроме того, что это оборонная тематика и военно-промышленный комплекс, но это все равно подтягивает за собой развитие потенциальных и гражданских технологий. И это точная, очень высокоточная работа, потому что сегодня самое важное – это высокая точность и стоимость. То есть, вот, опять же, соотношение цена-качество очень высокое. Коллеги говорят, что, скажем, стоимость выпускаемых изделий в разы отличается от стоимости аналоговых, скажем, тех же ракет, которые имеют подобные тактико-технические характеристики. 20 раз дешевле, чем американские ракеты. Ну, так. Акционерного общества «Конструкторское бюро приборостроения» имени академика Шипунова. Прониной Жанне Викторовне, диспетчеру муниципального казенного учреждения «Единая дежурная диспетчерская служба» муниципального образования «Славный». Прыговой Татьяне Витальевне, заведующему общежитием муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Славный». Шмакову Александру Сергеевичу, заместителю начальника снаряжательного производства акционерного общества «Конструкторское бюро приборостроения» имени академика Шипунова. Очень благодарим вас за то, что вы боретесь за сохранение льгот по Чернобыльской зоне. Мы знаем, как вы Тульскую область отстаиваете. Но нас интересует вопрос. Как решается вопрос по возвращению льгот по Чернобыльской аварии нашего поселка? У меня картинки нет. Проект федерального бюджета еще он даже в нулевом чтении пока не обсуждается. И вы знаете о том, что федеральный бюджет в этом году будет вноситься до 25 октября, а не 1 октября, как раньше. И прошедший год мы тоже, в общем, не сидели даром, мы проводили испытания, и в том числе проводили испытания и у вас. Вот, поэтому мы на самом деле посмотрим, какие у нас в целом будут исследования, и есть ли основания для включения в список территорий, которые заражены, есть, то мы, безусловно, будем просить. Вопрос, касающийся прописки постоянной. У меня последний договор заключен на 5 лет. Обращался в администрацию, идет препятствие прописки постоянной. Да, порядка 100, ну с небольшим, квартир переданы гражданам по договорам коммерческого найма. То есть это срочные договора сроком на 5 лет. Съемщик, которым договора заключены по коммерческому найму, получили в свое время жилищные сертификаты государственные. И ими они были реализованы на территории там, и Тульской области, и других областей. Соответственно, сейчас они право получить по социальному найму жилые помещения не имеют. Не имеют. А у вас был сертификат? Не было ничего. Ну, это вот тот случай, когда отказывают в приватизации. Так, ну, слушайте, давайте, поразбирайтесь. Значит, проблему забрали, вернемся. Юрий Юрьевич, в протокол-то Панфилову до 1 октября мне доложить на встрече с членами правительства. Депутатов мы разработали проект решения собрания депутатов о возможности продажи вот муниципальных квартир желающим гражданам. То есть, соответственно, кто... По какой вы стоимости будете продавать? По оценке. Цена, рекомендованная Минстроем, 32,5 тысячи рублей. Правильно, за метр? Если у вас ничего не строится, у вас рыночная стоимость может быть даже выше. А если вы поставите цену 3 тысячи рублей, завтра прокурор дело возбудит в отношении группы депутатов и главы администрации. Вы как будете продавать? Вы будете... Через аукцион. А по-другому нельзя. Ну, значит, вы представляете, вот вы на сайте госуслуги повесите продажу квартиры 50 квадратных метров, условно говоря, за 100 рублей, ну, за 100 тысяч рублей. У вас приедут, ну, условно говоря, тулики или москвичи, скупят это у вас жилье и уже будут им продавать, давать в аренду в 10 раз дороже.
они хотят нормально решить, но просто есть процедура. С полным соблюдением процедуры у вас может получиться казусная ситуация. Я, честно говоря, подумал бы, прежде чем что-то делать.